И так дальше, и так дальше. Ага, мы знакомим уже ага. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Как делать и так дальше. Что я делаю? Смотрите, я беру потом вот эту и вместе с ингредиентом, тогда получается очень классная ароматика, и вот эти составляющие не падают на дно, нету пригара. Но у людей, которые сомневаются, я сегодня сделаю специально. Я вот беру какую-то, я взял и ингредиент настоя, который у меня... Вот смотрите, что у нас получилось. Вот какой у нас получился осадок. Я вот этот... И то же самое делаю со вторым вариантом. Сейчас, две секундочки, я только уберу. У нас тогда получается... Что вот именно сам отфильтрованный примерно на, что у нас будет, чуть-чуть забирает время, но уже подождите. Я именно хотел показать весь процесс, так чтобы... я поставил камеру на куб. Ну ничего, я думаю, вы поняли. Вот это уже... Теперь смотрите, что у нас получается. Вот какой уже... имеет цвет сам нас именно с вытяжки. Это очень важно, и на это обращайте внимание. Вот такой продукт делается медленно. Тогда у вас будет получаться очень классный. Смотрите, и мы давайте вернемся к стаканчикам. Смотрите, здесь я взял вот этот продукт, что я получаю прозрачный, как слеза. Поэтому вот именно продукт, который вы получите в общей массе, и по органолептике, и по ароматике, просто супер. Именно это такое основное условие. Он используется в разных вариантах для коктейлей, можете его и в чистом виде, как кто любит. Но именно на это обращайте внимание. Мы в процессе уже именно в такой комплектации всех ингредиентов и именно в такой дозировке. Вот именно здесь мы поставили свою. Я думаю, что я нормально объяснил всю ситуацию, как в домашних условиях и по очень такому простому алгоритму. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили?